сказать, куда мы приехали и почему с нами нет Васи. Где Бася? Вася у нас осталась дома. Перед вами Тина и Алиса. А Бася у нас осталась дома по причине ее женских дней. Здесь очень много собачек бегает. И нет смысла сюда ехать, если нельзя, в принципе, отпускать собаку без поводка. Но вчера мы здесь были с Басей. Мы ходили здесь везде на поводке. Я поранила ногу, потому что мы в какой-то бурьян зашли. Вернее, мы за Басей следовали. Сегодня Бася уже у нас отдельно гуляла в нашем микрорайоне, где мы живем. А теперь мы приехали сюда, потому что у нас погода замечательная, прекрасная. Хозяева Тины уехали опять в очередной круиз, да, Тиня? И позавчерашнего дня уже Тина у меня. А потом я уеду, да? Девочки пойдут к Тине. На неделю почти что. А сегодня у нас, так сказать, еще не закрытие. Сейчас я тебе дам твой мяч. Что ты падаешь? Что ты падаешь? Мяч хочет. Сегодня у нас еще не закрытие плавательного сезона, но это уже приближается. Да, там мячик лежит. Я знаю. Там мячик, да. Мы сейчас будем с ним играть. Закрыта сумочка. Закрыта? До этого 3 дня я опекала здесь родителей моей знакомой хорошей из Германии, тоже ярделистов. Немножко я вам покажу это в блоге, если хотите, вернее, во влоге. А сейчас мы идем на наш пруд. Слушай, Тина у нас давно не купалась. И у нас Тина, представляете, она была на озере с хозяевами, на огромном красивом озере. И туда, там она не плавала. Потому что она у нас очень осторожна и плавает только там, где она знает с детства. А в чужих водоемах она не плавает. Только в своих собственных, рядом с домом. Или с хорошей компанией. Да, Тюка? Сид. Я камеру пойду выключать. А вы тут сидите. Да. Тина. Бали позже. Позже Бали. Бали это мяч. Thank you.
На берегу я приблизила озеро, сидит рыбак, и у него автоматическая какая-то система, удочка. Когда рыба начинает клевать, слышен такой звук пи-пи-пи-пи-пи. Это как-то мешает. Сейчас только что огромная рыба такая в этом озере сделала сальто. Слышите? Это у него пищит чего-то там. На самом деле он далеко находится от нас. Вот как далеко. Рядом с этим озером есть замечательное место. И оно уже час полдвенадцатого всего лишь. В 11 оно открывается. Естественно, в это время тут еще мало людей практически. Мы и еще один столик занят. Здесь есть меню на каждый день. Вот сегодняшнее, например. Сегодня у них здесь Швайнсбрат mit Sauerkraut und Knödel. И это меню простое, стоит 8,90 €, а еще есть второе улучшенное за 12,90 €. И у них тут очень вкусное собственное изготовление пиво. Это называется самое маленькое пиво, которое только существует, называется пфиф. А я такая вот еще грязненькая после игр у озера. Но здесь очень вдохновенно. И очень хороший сервис, и очень вкусно. И главное, что не надо далеко идти. Очень вам рекомендую, если вы приедете когда-нибудь в Вену, спросите у меня, где это находится, я вам объясню. Здесь замечательная зеленая зона, и до центра здесь ехать буквально 15 минут. Мы заказали Швайнсбратен mit Krauten Knödel. И сейчас сидим, ждем. А Тина никак со своим мячом не расстанется. Да. Очень мячик люблю, как мама. И хочу даже с ним играть везде, даже на фриге. Здесь как положено в чарке моих ног лежит. О, я с компом на Швайнс обратно. Шанкися. Кнёдл такой темный. Как вам это нравится? Швайнсбратен – это жаркое из свинины, из двух сортов. Как бы это каре, да, то, что более диетическое мясо, скажем, ну, менее жирное. А вот тут вот немножко такое, самое лучшее. Кнёдл – это по-русски клёц, клёцки называются. Это вот такой сделан большой. И капуста. Ням-ням. Особенно после бега на длительной дистанции с собакой. Такой можно скушать. Как жарко! Как у нас жарко, да, Лиська? Очень жарко. Сейчас будем включать. Что мы будем включать? Им будем экономить. Нет, мы сейчас включим. Аэр-кондиционер. Алиса у нас на полу любит, да, Алиса? Я встречаю здесь родителей одной эрдылистки из Германии, которые приезжают сюда, в Вену, и это для них был подарок, то есть является подарком на день рождения. И вот я их жду, и их самолет опаздывает на 40 минут, и мне здесь сидеть. Нет, я не против сидеть, просто здесь очень парковка дорогая. Здесь парковка стоит
Вообще здесь некоторые люди очень быстро, очень громко разговаривают. Вообще все можно сказать. Вот смотрите, видите, кричат. Но это у них такой темперамент. Так как я не знаю, как выглядят точно, так как я с ними не встречалась, эти родители, я буду с такой бумажкой ставить. Они точно сразу знают, наверное, интерьера встречают. Это у меня малиновый лимонад, сода гимбия. Сейчас еще самолет задержали еще на 15 минут. Безобразие.